Добрый день, обзор вагонки «Штиль», сорт АБ, поставляется в упаковке по 10 штук. Сейчас распечатаем одну упаковку. Данная вагонка подходит для внутренней отделки. Предварительно она сушится в камере, а затем острагивается с четырех сторон на станке. Имеет соединение шип-пас для надежности и удобства монтажа. Вот такой профиль. В отличие от евровагонки, больше напоминает имитацию бруса. При стыковке образует достаточно ровную поверхность. Сорт допускает смоляные карманы, сучки, сросшиеся сучки, черные сучки, небольшие несквозные трещины. Тыльная сторона вагонки имеет два паза для снятия напряжения с доски и циркуляции воздуха под ней.